когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя. Кровью попадает в сердце, он разрушает клетки вашей сердечной мышцы. Появляются микрорубцы. Мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ к части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Это называется инфаркт. Береги себя. Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени – гепатоз. За ним приходит цирроз. За ним – рак. Береги себя. Регулярно употребляют алкоголь 90% жителей России. За год россияне выпивают 2,5 миллиарда литров чистого спирта. Доля хронических алкоголиков в этом море алкоголя всего несколько процентов. Остальное пьют обычные люди, которые уверены, алкоголизм им не грозит. Но это заблуждение. Из регулярно употребляющих алкоголь мужчин, женщин и подростков 80% имеют первую стадию алкоголизма. В их организме уже запущен механизм разрушения. Умирает мозг, заплывает жиром сердце, атрофируется печень. Береги себя. Когда алкоголь с кровью попадает в вашу поджелудочную железу, он вызывает спазм ее протоков. Ферменты железы скапливаются и переваривают железу изнутри. Поджелудочная железа разбухает, начинается воспаление, потом гниение. В итоге это приводит к мучительным смертельным заболеваниям – панкреатиту и панкреонекрозу. Береги себя. Неизбежно вызывает варикозное расширение вен пищевода. Вены постепенно деформируются и слабеют. В любой момент они могут лопнуть. В этом случае происходит неожиданное интенсивное внутреннее кровотечение. Кровь быстро скапливается в желудке. Развивается геморрагический шок, что требует немедленных реанимационных мероприятий. Береги себя. Агрессивно разрушает защитный слой оболочки желудочно-кишечного тракта. Уничтожается микрофлора. Нарушается кровообращение. По всей слизистой кишечника образуются многочисленные эрозии. Они перерождаются в язвы, а впоследствии в злокачественные опухоли.
Береги себя. За столом 10 человек. Они молоды, беззаботны и выпивают, как все. Но по статистике у одной из пьющих девушек родится ребенок-инвалид. Один в принципе не сможет иметь детей. Последствия приема алкоголя. Еще один последние 2 года жизни будет страдать от цирроза печени. Один сопьется. От него уйдет жена и заберет детей. 2 умрут, не дожив до 45. Инфаркт у одного, у другого 3 инсульта подряд. Один сядет в тюрьму. В состоянии опьянения он насмерть задавит человека. Еще 2 погибнут или покалечатся в происшествиях, причиной которых станет алкоголь. Ты. Один из них. Под воздействием алкоголя клетки крови, эритроциты, быстро слипаются. Образовавшиеся склейки разносятся по всему организму, закупоривая капилляры. Организм обезвоживается. Продукты распада алкоголя отравляют все без исключения органы и поражают все системы вашего организма. В быту такое состояние называется похмелье. Добровольное включение механизма деградации и стремительного старения человека. Береги себя. Попадая в желудок, алкоголь активно стимулирует выработку ферментов. Ферменты вместе со спиртом агрессивно разрушают слизистую и стенки желудка. В результате желудок переваривает сам себя, а процесс пищеварения превращается в процесс гниения. Последствия – гастрит, язва, рак желудка. Береги себя. Есть такая игра. Русская рулетка. Один патрон, один игрок. С алкоголем все по-другому. Бьешь один, играют все. Это ведь так здорово. Быть отцом. Видеть, как сын делает первые шаги. Учить его играть в футбол. Показать ему этот огромный мир. Подумай, алкоголь убивает твое будущее. Подумай, что будет с тобой и твоим ребенком. Пока есть возможность, оставь себе и ему шанс на счастливую жизнь. Быть мамой, обнимать малыша, кормить его, купать по вечерам. Когда ты выпиваешь, ты отбираешь у себя шанс стать матерью. Ты отбираешь у себя шанс родить здорового ребенка. Остановись. Подари себе счастливое материнство.